Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос рождается, дорогие наши радиослушатели. В эфире, как всегда, по вторникам, передача «Любовь и верность». Это передача о семье, ну и о всех тех, как сейчас говорят, проблемах, вопросах, говоря языком канцелярским, которые связаны с семейными отношениями. До, увы, иногда после брака. Поэтому передача наша, в общем, передача для взрослых, хотя идет не в 9, а в 7 часов вечера, но все равно, чтобы некоторые не удивлялись, почему мы обсуждаем иногда взрослые темы совсем, вот я так каждый раз, сейчас так вот принято писать, для какого возраста передача, знаете, 12-16 лет, вот 16 у нас, по крайней мере, передача. Ну, в эти святочные дни мы будем говорить о святости, и поэтому в студии у нас основной мой соведущий отец Александр Мартыненко. С праздником! Добрый вечер, батюшка! Добрый вечер! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Тоже присоединяюсь к поздравлениям с этим радостным светлым праздником Рождества Христова и последующими святыми днями. Не зря этот праздник называется матерью или началом всех праздников. Ну, а ведет нашу передачу наш бессменный ведущий Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православные беседы». Да, еще раз с праздником, дорогие братья и сестры. Ну вот, в эти святые дни мы решили поговорить, я уже сказал мельком так, о святости. То есть, вот когда мы обсуждали тему передачи, мы решили, что так скажем. Ну, во-первых, у нас есть вопросы за год, которые остались нераскрытыми. Но все они будут в контексте одной темы. Вот почему на дворе святые дни, и вообще церковь призывает нас, как известно, это не секрет для нас, для всех, к святости, а мы святыми не являемся. Но, естественно, в контексте семейных отношений. Потому что мы в прошлый раз с отцом Александром, потом был психолог Ирина Анатольевна Рахимова, говорили, в общем, о такой широкой, как бы, ну, необъятной, между прочим, проблеме-то. Почему мы, православные люди, знаем, как жить, и в том числе, нам кажется, и в семье, а вот не живем. Ну, постановили вместе с вами, с нашими радиослушателями, что у нас как раз мало-то самого главного – церковности. А за этим уже следует и о грехе, или даже печали, или даже боли, какие-то неустройства глобальные во всех иных сферах жизни. Ну, нас интересует главное наше, я бы сказал, ну и наша тема, ну и, наверное, главное, что для человека вообще в жизни, ну, помимо высокого подвига, конечно, мы сейчас про подвижников и героев не говорим, вот. Но главное, что есть в нашей жизни, это семья, которую мы пытаемся построить вместе с вами или сохранить. Ну, вот, отец Александр, вы были отчасти зачинателем этой темы. Вот. Вы что хотели сказать-то, что вот мы не святы, да? Почему мы не святы? Ну, как это прямо, да, да, как это прямо потом спросим, связано с семейными отношениями? Ну, а не с рабочими, скажем. Дело в том, что если человек семейный, то есть его жизнь во многом сосредоточена не только там на работе, хотя, может, и там очень много времени приходится проводить, а прежде всего в семье, не зря же мы ее называем малой церковью. А вот этот вопрос, почему, вернее, это даже не и вопрос, и восклицание, почему мы не святы. Ведь это не теоретический вопрос, это очень-очень даже практический вопрос. Это частичка нашей жизни. Вот как-то мне в интернете
попался такой интересный, можно сказать, курьезный факт. В США делали опрос, какой-то социологический опрос, и среди прочих вопросов был вопрос, который, ну, для нашего русского уха как-то резко очень звучит, даже как некая издевка. А вопрос такой: считаете ли вы себя святым? Ну, для нас такой вопрос, даже постановка его невозможна. Да, там, тем более, среди протестантов американских. Да. И, как ни странно, примерно 20% респондентов ответили «да». Понимаете, каждый пятый человек на улице считает себя святым. То есть возникает вопрос, а что вообще такое святость? Откуда она берется? Вот вы в своем вступительном слове упомянули там и подвижников, и героев. А что, неужели святость — это именно вот такое вот подвижничество? Нет. Сотворение чудес? Нет, нет, не обязательно, конечно. Я сейчас, что это вообще я сейчас подумал, вот вы спрашиваете меня так, а в этом есть правда. И тут очень сложно сказать, почему мы не святые, как тема нашей передачи. Потому что вообще-то все христиане, вот народ избранный, взятый в удел и святой. И это отражается, между прочим, в таинстве крещения. Поэтому, кстати сказать, может, эти американцы, они такие простодушные, тем более, опять-таки, протестанты, вряд ли это были православные люди, они считают себя вот такими святыми. Им сказали, что теперь вот ты сейчас крестился только что в баптистерии, но мы сейчас не обсуждаем действительность этого таинства. Ты теперь святой. Подходит корреспондент, спрашивает: вы святые? Да, мы святые. Это как бы свидетельство о том, что он христианин, а все остальные нет. Может быть, так? Я не берусь оценивать, скорее всего, не совсем так. Я не думаю, что те же самые американцы, пусть они там принадлежат другим конфессиям каким-то, ну, не будем, хоть и считают себя христианами, но, скорее всего, причина, что у них, что у нас, примерно одна и та же. Да, со своими оттенками, национальными, культурными, но одна и та же. Вот давайте попытаемся немножко на эту тему поговорить. Потому что, еще раз подчеркну, это не абстрактный теоретический разговор, это действительно наша жизнь. Вы правильно подметили, что Господь призвал нас быть святыми. А мало того, вспомните вот послание апостольские, ведь там эта фраза как обращение к святым, там, такой-то церкви. Или апостол, тот же Павел, приветствует святых. И при этом это не некий такой, ну, может быть, сформировавшийся образный или эпитет обращения, а действительно он обращается как к святым. Вот что такое святость? Наверное, святость прежде всего связана именно с понятием, что же такое вера. Не с таким абстрактно-теоретическим, а глубинным, как мы воспринимаем веру. Веру в Бога, веру Богу. Вот здесь начало ответа на вопрос. Но многие воспринимают святость именно на основании тех житий святых, которые они прочли. И действительно, это же действительно образцы святости. Но понимают их несколько, может быть, однобоко, о том, что святость ассоциируется именно с какими-то либо аскетическими великими подвигами, совершением каких-то там сверхъестественных действий или чудес, как мы называем. Но надо отдавать себе отчет, что далеко не все, кто и ходит по водам, и прозревает там какие-то будущие события, являются святыми. Точно так же далеко не все святые совершают такие вот удивительные действия. Святость — это, если говорить кратко, то надо обратиться к нашему святоотеческому наследию. Там ответ на этот вопрос. Это вот большие, огромные тома, но которые описывают одно и то же, с разных сторон, потому что многогранно это понятие. Но с одной и той же стороны, святость — это то, насколько человек отвернул свою собственную волю и соединился, предоставил себя, впустил в себя Господа Бога. Тот самый, как, помню, Серафим Саровский говорил о том, что стяжи дух мирен. То есть тот самый Святой Дух, который нас преображает. Ну так, значит, стяжание Духа Святого связано в первую очередь с отречением от своей воли. Ну, если говорить, как говорится, да, это так. Но сказать отречение своей воли, тут опять же у нашего вот. Разумного человека возникает масса вопросов.
Потому что, ну, попытаемся не делать подмену одних понятий другими понятиями, то есть откладывать ответ на вопрос еще дальше, поговорить именно по существу. Поэтому, насколько мы поверили, настолько мы и святы. И вот здесь возникает масса интересных наблюдений. Отец Александр, сейчас, поскольку мы переходим уже к массе наблюдений, я думаю, наверное, уже жизни в семье потихонечку. Именно, и, да, семь, да, и семье семьи. Тоже. Тут нам уже звоночек поступил. Да. Давайте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. С Рождеством Христовым. Спасибо, вас. Господи. Спасибо, Господи. Да. Вы знаете, я хотела ответить на ваш вопрос, то, что святость – это возлюби Господа, как самого себя, и ближнего возлюби, так же возлюби, как самого себя. Это первые заповеди Божии. А святость – это всю себя, всю свою веру, даже не видевши Бога, уверуй так и исполняй заповеди. Спасибо, вы очень верно все сказали. Ну, поскольку вы уже позвонили, напоминаем, все-таки отец, сейчас, секундочку, надо напомнить, хотя наши радиослушатели хорошо знают телефон Радонежа, и все-таки не все помнят, да и присоединяются все новые и новые к нашей передаче. Телефон Радонежа 8495. Это Москва, 959-5939, 959-5939. Ну, сегодня мы говорим, тоже поступил звонок, хотя у нас еще масса тут накопилась за конец года, с отцом Александром Мартыненко. Говорим в эти святые дни об очень простой и очень сложной, если ее перевести на практический язык нашей жизни, теме, почему на дворе святые дни, вот, а мы не святы. И да, как это сказывается на наших семейных отношениях, батюшка? Да. Не просто не святы, а порой очень далеки очень от святости, хотя умом понимаем, желаем всей своей душой хоть как-то приобщиться к этому. Но вот не получается. Очень легко произносить вот эти библейские цитаты о исполнении воли Божией. Все мы правильно говорим. А вот когда доходит дело до исполнения, вот куда-то все исчезает. Вот куда и почему? А вот особенно, вот, когда в семье-то, да? А в семье, ну, это проявляется наиболее, наверное, контрастно и характерному. Потому что там, где, когда мы возвращаемся в семью, там некие внешние регуляторы нашего поведения, они просто выключаются. А почему? Вот почему. Вы знаете, вот каждый священник сталкивается с одной и той же ситуацией. Как под копирку. Приходит человек в храм, начинает с ним беседовать. Ну, естественно, задаются вопросы, когда крестился, когда там причащался последний раз, как часто причащаешься, читаешь ли правила. То есть, ну, элементарные вопросы, все то, что связано с таким понятием, которое мы часто, вот, термин такой используем, воцерковленный человек. И убеждаешься о том, что человек, кроме крещения, таинства крещения, и тем, что он ходит в храм и ставит свечки, особенно когда возникают серьезные какие-то житейские проблемы, он больше с православием ничто его не связывает. И когда задаешь вопрос, ну почему же? И здесь получаешь стандартные ответы. Их несколько, но они, опять же, как под копирку. Ну, вы знаете, в семье у меня была не церковная, далекая церковь, в школе меня ничему не учили этому, поэтому я уж сам крестился или крестилась там уже в зрелом возрасте, поэтому не научили меня, вот я и даже никогда не слыхал, и такие вопросы, которые вы мне задаете, там, они у меня просто никогда не возникали. Ну вот, с одной стороны, как это, попытка разобраться в причинах, ну, со стороны человека, или же попытка как-то себя оправдать. Меня этому не научили. Вы знаете, вот еще такую, именно по этой теме, ну, нашу городскую московскую зарисовку. Вот сегодня я шел на передачу, шел мимо храма, и там стоял молодой человек, и очень громко по телефону разговаривал, видимо, там договорился с кем-то встретиться, и, ну, так, что все слышали. Он стоял, с одной стороны, огромный храм высокий, угу. И он объясняет своему собеседнику, где он его ждет. Он оглядывается по сторонам для ориентации, взгляд его скользит по храму, поворачивается, а там какое-то кафе, то ли Муму называется. Говорит, я вот стою возле кафе Муму. Угу. То есть храм он не заметил.
Абсолютно. Ну, да, я так подозреваю, что даже если бы он сказал собеседнику о том, что вот он, где он находится, и в качестве ориентира привел этот храм, его, скорее всего, бы сложно было найти. И вот возникает, почему? Почему мы не видим? Ну, батюшка, кто виноват? Да, это вы правильно. Тот, кто не объяснил? Все очень говорите. Или мы сами. Или мы сами, да. Вы знаете, да, люди подчас, и православные тоже, вот вы сейчас говорите ведь о тех, кто пришел на исповедь или на откровенную беседу. Да. А сколько их не приходит? Не приходит. И некоторые из них, сейчас действительно, мы об этом уже говорили, наступило время, когда помимо православной, еще все церковные люди спрашивают, ну он церковный вообще или нет? И мы понимаем, о чем идет речь. Декларация о том, что человек православный, ну даже подкрепленная, как мы верим, крещением и пребыванием раз в год-два в храме, и церковность — это разные вещи. Да, и вот получается, да, получается, да, вот это кафе «Муму». А вот сегодня было очередное ток-шоу по телевизору по поводу там возникших на Украине проблемах. Ну, проблемы проблемами, они отчасти могут быть и провокации, и надуманными, как все там происходит. Но что меня поразило, я хочу, так сказать, солидаризоваться с вами, даже больше сказать. Сидят люди, ну, 20 человек, включая ведущих. И все являют, самая главная печаль, не в церковных каких-то строениях, не строениях там, в Малороссии, а в том, что ни один из 20 ничего сказать-то верно, хотя настроены все по отношению к церкви в основном, включая и таких, ну, достаточно злобных гостей из-за границы, не могут. Вот. Но они, правда, не приходят и на исповедь. И они не декларируют, что у них православная семья. Что же с теми, кто в церкви? Да вот как раз самое печальное в том, что даже те, кто считает себя членом церкви, называют себя, не просто называют, а считают себя, искренне считают себя православными, оказывается, кроме вот этой внешней некой православной риторики и именно мнения о себе, что я есть православный, больше с православием ничего не связывает. Вот кто виноват? Вот сейчас мы только что вспомнили, ну, школа, я привел пример. Да, или человек. Да, виноват школа, виновата семья, или же не виноват тот человек, который не потрудился узнать, не потрудился прочитать. Вот, понимаете, если мы так немножко взгляд в историю бросим, не будем сейчас пересказывать историю, а вот такой факт. Вот Киево-Печерская лавра в период своего рассвета. Книгопечатания пока еще нет. Священное Писание там существовало, наверное, в единичных экземплярах. Mm-hmm. А братья святости достигало. Или в тех же там пустынях египетских. Где вообще ничего не существовало. Где вообще список с Евангелия один-единственный на всю округу, на весь монастырь. То есть его не читали, но знали и достигали святости. Что сейчас мешает? По поводу мнения объяснили. Какой-то парадокс. Не было, а пользовались. А сейчас избыток информации. Ой, ой. Не надо уже, пора бросить кивать на советские времена. Да. Да. Уже прошло три десятка лет после того, как сняли вот эти все запоры, препоны, гонения. Бери, пользуйся, но не пользуемся. Лежит под ногами, даже не надо трудиться. Нажал кнопку, открыл. Если уж не хочешь даже идти в магазин, тратить деньги. И нашел любую литературу духовную. На любой вкус, с любыми комментариями. А оказывается, что это не нужно. Поэтому вот неудивительно, что в качестве ориентира в жизни и на местности используется не огромный храм, который там выделяется на весь район, а какое-то захудалое там кафе с каким-то там странным названием. Его знают, храм не знают. И вот кто виноват? Может, виноват настоятель этого храма и клир, которые вот не выскочили из ограды, не схватили этого молодого человека, не затащили его внутрь, или и не начали ему объяснять, что такое православие, что такое духовная жизнь. Там. Может, сделая не это, глядишь, и побежал бы он сразу не в МУМО или куда там собрался, а на службу, я сомневаюсь очень. Скорее всего, он бы высказал все, что он думает, то, что он имеет на право по такому произволу. Ему это не надо. То есть нам, я не о конкретном человеке говорю, нам это не надо, даже тем, кто считает себя православным. Нам нравится называть, но когда дело доходит до дела, оказывается, мы не готовы. Так, батюшка, может, ближе к нашей теме? Мы же давайте, вот тут... у нас масса вопросов. Нет, да, мы не вопросы, мы упомянули, вот сейчас мы вышли на нашу тему. Зависит ли это от чего? От того прихода,
ну, членов клира, которые не вышли на улицу, как свойственно, ну, не у нас в стране, скажем, той же вышеупомянутой Америке, сидят, играют на шарманке, что-то проповедуют, какое, так сказать, от этого пользы, мы не знаем с вами. У нас в стране так не принято, это правда. От самого человека, самого, который в интернете слово «писание» найти не может. Вот. И ими мы упомянули с вами все-таки любовь и верность-то. Или от семьи. Но если по-настоящему взять ребенка, пока он маленький, даже мальчика, мы уже об этом говорили, не только мы, вот, что с мальчиками хуже, да, они потом уходят отчасти из церкви. Вот, ну, там есть разные причины, это может быть даже не тема нашей сегодняшней передачи, это очень сложно. Вот. Даже мальчик в руки. Ну, он, я знаю наших вот церковных детей, тех же вышеупомянутых юношей. Да, они не как девушки, они не столь благочестивы, они с утра до вечера не пребывают в храме. Но, дать ответ о своем уповании перед, ну, скажем, вопрошающим, да даже и перед камерой, вот я вспоминаю сегодняшнюю передачу, они, по крайней мере, могут. Это уж точно совершенно. И говорить глупости, даже благо глупости, желая там сказать что-то приятное в эти праздничные дни о церковной жизни, ну, а глупости они не скажут. Значит, все-таки родители смогли, пусть даже неблагодатной, железной рукой, так сказать, сообщить им эти истины. К сожалению, не все так, мне кажется, просто. Так. Мы часто, опять же, киваем на семью. Вот в советские времена разрушили те вековые традиции православные, духовные традиции. Вот мы пожинаем плоды ныне. Но опять же, это попытка уйти, с нашей стороны попытка некое самооправдание. Да, все это было. Да, все это имело значение. Но почему вы не хотите, тот, кто оправдывается так, точнее говоря, надо говорить, почему мы не хотим восстановить или то, что было, насколько, конечно, но применимо к нашим реалиям сегодняшним. Почему не создаем новое? Новое именно связанное с Богом, с восприятием религиозности, православия в семье. Почему мы всегда ищем причину на стороне, оправдываем себя, а сами палец о палец не ударяем? Или же, ну, опять же, чисто такое вот практическое наблюдение на вопрос, а там, а пытались вот так поменять ситуацию, тоже семейную, или по-другому? Получаешь такой ответ: ну, я там попытался, у меня ничего не получается, поэтому все. И развелся. Все. Ну, в крайности или не развелся, но, по крайней мере, ситуация там очень сложная. Пашка, ну, картину какую-то вы нарисовали. Не веселую. Почему я скажу? Ну, потому реальность. Это наши реалии. Реальность. Никуда не денешься. Да, мы знаем количество разводов, мы об этом напоминаем. В нашем отечестве действительно 75 больших городах. Мы имеем в виду настоящие браки, а не какие-то там эти вот блудные сожительства и иные новомодные за границей, да у нас тоже теперь. И 50 в городах. И весь их поменьше, там жизнь, так сказать, более традиционная. Это все присутствует. Если церковное распадение браков, то его часто называют разводом, но церковь, собственно, разводов-то не дает, она признает, что брак распался. Да, ну так что же нам делать-то? То есть что получается-то? Человек не осознает до конца, не осознает, вернее, он может думать, не живет по-настоящему церковно. Если люди не живут по-настоящему церковно, но именуют себя православными, и честно даже именуют, мы сейчас приближаемся к самым лучшим нашим людям. И вот они вступают в брак. То что же? Союз их все равно обречен? А если они настолько подвижники, что абсолютно в них живет благодать Духа Святого каждый день, как в тех самых упомянутых нами героях-подвижниках, тогда они, наверное... У нас уже 700 монастырей открылось, между прочим, при нашем церковном возрождении. Наверное, скорее всего, ну, многие из них, так скажем, выберут иной путь, или, по крайней мере, они скажут, станут священниками, конечно, людьми женатыми, но это уже совсем другое, брак священника, отец и матушка. Мы сейчас, сегодня, по крайней мере, эту тему, да и, наверное, вообще, у нас курс не семинарский, не рассматриваем. Что же людям-то делать? Получается, что у нас вот три передачи подряд, одна с вами была, с психологом Ириной Анатольевной Рахимовой, тоже как люди к браку готовятся сейчас, она крайне пессимистична. То есть почти как вопросы наших, которые тоже мечутся, но живут все-таки
наших слушателей. Вот передо мной лежат, нам не все звонят, напоминают, а пишут, ну, по телефону до передачи, сейчас тоже тихим образом. Вот есть такие вопросы, да, что вообще? Сейчас я вам, кстати, скажу, давайте. Так, ну давайте. А вот зачитаю. Сейчас, подождите, я найду, я другой приготовил, а вот самый такой. Ага. О, пожалуйста, Ольга, раба Божия, между прочим, подписалась. Вот. Не кажется ли вам, что счастливых семей нет? Многоточие. И вопрос, как, отец Александр? Ну, я знаю счастливые семьи. Расскажите. Ну, во-первых, ну, это, может, не скромно, но это моя семья. Я считаю счастливой, несмотря на все. Слава Богу. Да. Ну, шутки шутками, но вообще, что такое счастливая семья? Да. Та семья, где нет каких-то там стычек, скандалов, где друг к другу относятся с уважением, там, и строят там материальное благополучие, воспитывают детей, ну, и там еще масса атрибутов, которые мы связываем. Это счастье. Ну, вот обычно мы считаем, что это счастье. Да, может быть, это счастье для, ну, нашего такого душевного человека, мы его, нашего ветхого человека, который мы на каждой передаче мы его вспоминаем. Ну, куда же нам деваться? Но это счастье, в общем-то, достижимо и без веры. Достаточно просто иметь такую обычную человеческую любовь к своему супругу, супруге, к своим детям, и все это образуется. Но это не будет счастье по Богу. Но невозможно быть построено именно без осознанной веры, без целенаправленного построения этого счастья. А это труд, труд и труд. И вот здесь как раз мы натыкаемся на множество препятствий, которые либо не желаем преодолевать, либо не умеем, либо боимся. Либо боимся. Давайте мы на этом немножечко прервемся. А, давайте следующий звонок. Уже, да. Да, пожалуйста, говорите. Да, мы слушаем вас. Да, здравствуйте, раб Божий Всеволод. Очень приятно. Вы знаете, вот я слушаю сейчас. Ну, вот могу привести пример нашей семьи. Не могу сказать, что все как бы на все 100%. Ну вот у нас трое детей маленьких. Познакомились мы через интернет на православном сайте, который благословил патриарх Алексий II. Вот. Значит, я достаточно старше своей супруги. Вот. Ну, практически совершенно не пью, не курю. Супруга тоже не курящая. Мы ходим в храм, регулярно стараемся. Детей причащаем, сами причащаемся. В общем-то, но поскольку я старше, у меня уже были какие-то свои понятия о жизни. Я, ну, подстроился как бы под молодую супругу, так вот, как, ну, как положено, вот, притираться двум половинкам, которые как бы должны сойтись в одно целое. Вот, и мне больше пришлось уступать, я уступал. Вот, и вот мы живем уже 11 лет. Все в порядке, там, если надо помочь, я помогаю, если супруге, там, надо, чтобы я больше работе своей делил времени, а она с детьми сидит. Вот, как бы, ну, вы знаете, у нас вот приход в городе Долгопрудном, поселке Шереметьевский, там отец Николай Лузанов, ну, прекрасный приход, церковь битком, очень много многодетных семей. Многих из этих семей я знаю, и все практически причащают детей. У кого шестеро детей, у кого пятеро, у кого трое, как у нас. Вот. И я не могу сказать, что прям какой-то такой вот разгром как бы семейной жизни православной. Вот, по крайней мере, в нашем месте вот более-менее все благополучно. То есть, может быть, зависит от батюшки. Предыдущий отец Николай тоже был очень хороший. Может быть, зависит от батюшки, может быть, зависит от тех жителей, которые живут в поселке. Вот. Ну, вот, собственно, все, что хотел сказать. Все, вот, а вы их знаете, и... да, этих, вот эти хорошие семьи, по 5, по 6 детей? Вы друг, да, я знаю, знаю, вот, знаю семью, значит, пятеро девочек, один мальчик. Сейчас вот знаю еще семью,
Значит, я не хочу фамилии называть. Ну, не надо. Неудобно, да. Они могут тоже слушать. Да, значит, вот четверо детей, и, значит, уже достаточно взрослом возрасте, то есть там матери, вот, которая родила полгода назад мальчика, 43 года, поскольку они в нашу церковь входят, там, конечно, ни о каком аборте речи быть не может. Родили здорового мальчика, ей 43, мужу еще больше. Вот у них теперь пятеро детей, младший мальчик этой семьи, четвертый, он ходит с моим сыном вот во второй класс нашей вот поселковой школы, это Подмосковье ближнее. Замечательно. Вот, так что вот я не могу сказать, что везде плохо. У нас, собственно, вот, ну скажем, если долго не ходишь в церковь, там встретишь отца Николая, на улице, говорит, приходи, говорит, что ты, говорит, ты давно там, ну, все затыканы делами, задерганы. Приходишь обязательно, и он зовет, и сам зайдешь. Вот, и, в общем, там приходская жизнь, у него церковно-приходская школа. Вот, очень-очень хороший священник, умный, грамотный, честные, правильные вещи говорит. И, в общем-то, у нас битком церковь. То есть, вот, редко, когда... Так много народу на празднике, что на улице стоят, вы понимаете? Ну, Бог в помощь вам, Осел, спасибо. Спасибо за звонок. Вот, так что я просто... Да. Не все так плохо. Есть места, где и неплохо. Но все это труд. Труд. Вот, молитва тоже труд. Я, например, вот, если читаю акафисты там или молитвы, да, конечно, это нужно время, это нужно сосредоточиться, это... Не все так просто, это нормальная, хорошая жизнь, она всегда приходит с трудами. Молитва – это тяжелый труд. Да, спасибо, спасибо. Сеут, вот мы как раз об этом и говорим. Мы смотрим на нашу жизнь. Там, вы знаете, очень сегодня, характерный рассказ. Да, с отцом Александром критически. Да, поэтому ваш пример нас только, всех наших слушателей, конечно, только обрадовать может. У вас такая благодатная община, и вот видно, так изливается благодатно добро какое-то, и не какое-то, а, собственно, благодатно изливаться может только сама благодать, что она действует на тех людей, которые являются членами вашего прихода, и в данном случае прямо отражается в самом плодотворном смысле на их семейные отношения. Так, отец Александр? Если вы всегда заметили, это... вот из этого рассказа, ну, казалось бы, ну, счастливая семья, но вот если посмотреть, все перечислены, в чем состоит счастье, вот перечислено, оказалось бы, ничего особенного не происходит, ну, обычная благочестивая жизнь. Но в то же время в этом ответе как раз и скрыт, не бросается так ярко в глаза ответ на тот самый вопрос, который мы задали в начале передачи. Не просто почему, а еще вопрос, а как это сделать? Да. Вот когда мы задаем этот вопрос, многие предполагают, что сейчас нам начнут рассказывать о том, как надо, засучив рукава, сконцентрировав всю свою волю, все свое желание, наброситься на свои там страсти, грехи, как с ними бороться, свой своего рода титанический подвиг. А вы знаете, не будет этого. А вот рассказ о том, кратенький рассказ о том, как формировалась вот эта вот семья в течение 11 лет, в двух-трех словах. Вот это и есть крестоношение в каком-то смысле. Хорошо, что не было, ну, Господь пока, или не пока, Он каждую семью ведет своим путем индивидуальным. Но я уверен, что вот... Вот тот дух, который сформировался в этой семье, если он будет сохранен, он позволит этой семье преодолеть любые препятствия, любые невзгоды, которые там, ну, жизнь и жизнь. Там через 20, через 30 лет мы стареем, мы начинаем болеть, ну, все может случиться. Это не будет препятствием к тому, что вот это счастье разрушится. Вот это загадка, с одной стороны, православной семьи, а с другой стороны, вот это вам и ответ на многие-многие вопросы. Вот она перед нами, другое дело, что все-таки... А вот как, хотят, я, как это сделать, да, возникает как вопрос. Как это сделать, мы сейчас почему поговорим. Один готов подстраиваться под чужие немощи, терпеть их и мягко, может быть, в силу своих возможностей что-то менять, а что-то он и не может поменять. А другой категорически против. Он желает, чтобы подстраивались под него. Конфликты. И это конфликт всегда.
которые иногда и не проходят. Иногда и неразрешимы становятся. Хотя ответ, казалось бы, вот он, очевиден, на поверхности. Бери и делай. Но следующий... Отец, да, ну, да, вы правильно заметили. Звонок. Звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам. Мир нашему радио, любимому да. радио. Мир вам. Отец Александр, грешная Анна, благословите. Вот так вам хочется сказать, но времени не хочется отнимать у всех. Низкий поклон всем. Вы знаете, ну, спасибо вам за неоднократное повторение этого слова «труд». Все, вот я на себе это испытала. Никто меня ничему не учил. Пришла после аборта 18 лет в храм и поняла, что ноги, как у меня вот по земле носят, я просто это почувствовала, я не знаю, откуда это, внутри откуда. Я не выйду, пока меня не покрестят. После этого еще 10 лет я проблуждала вот по этой земле грешной, без духовников, без крестных, без всего. Спрашивайте, зачем крестилась? Да, 10 лет еще греха. Ну, младенец от прививки умер. Слава Богу за все, правильно? Дальше. Вот чего только не было в жизни. Слава Богу, сейчас сын 18 лет. И также с 14 лет он, говорит, скрипя зубами, уже стоял. Перегнула где-то палки. Но ведь я сейчас приравнялся к этому парню, который Муму назвал. А знаете почему? Потому что шла вот, думаю, сейчас окажется, читаю Богородицу. Я тоже немощная, очень немощная. Прошел тот период, когда мне Господь помогал вот такой... новоначальные, можно сказать, да? Уже мы 8 лет можем быть новоначальными. Вот ну, все по немощи наш. Шла, я думаю, сейчас окажется прочитать. Думаю, только бы вот не позавтракать. Темнеет, ну вот завтрак у меня такой случился. Думаю, только вот не начать, да? Потому что, ну, я не прочла окажется-то. Села завтракать. И чувствую себя, что я не то чтобы наравне с этим парнем, который храм не занят, а я ведь хуже. Потому что у меня есть знания, есть сердечное чувство, а я этого не сделала. А почему? Потому что все должны знать, вот все ребята, не те, которые даже в храм ходят, а вот ну как вот им это донести, все большие и маленькие, что мы здесь не одни, и что их задача, тех самых рогатых, когда и на разбатике, ну понятно, кто тебя свернул за рогу, ну понятно сейчас кто, рогатый нам еще. Они смеются. Им же непонятно, что существуют эти бесплотные существа, кто-то даже, есть такие люди, жалеют их, да, вот, без, что у них, исправление-то им даже не дано, никто их не спасутся. А ведь они-то, эти бесы-то, они кругом, как донести до людей, что они питаются энергией греха, из-за того, что они бесплотные, грешить они не могут. Поэтому они нас все время подначивают, давай, давай, давай переешь, давай там не читай, давай там... иди на праздник, там, попразднословь, там, еще, не дай бог, еще и все похлеще бывает. Они нас постоянно, как вот людям донести, что они существуют? Всем некогда в это верить. Все свои самости зарылись. Я, все зависит от меня. Ну, если ты не наблюдателен, а не наблюдательный человек, почему? Потому что скорби ему мало. А потом люди обижаются на скорби. Господь нам, слава Богу, и дает эти скорби, чтобы мы прямо пропорциональной зависимости это увидели. Ну, спасибо. Спасибо. Видите, какой вопрос, отец Александр? Даже целое, так сказать, целое житейское, я бы не сказал, что вот в полной мере богословское, хотя отчасти это присутствовало, спасибо вам за звонок, но житейское, по крайней мере, духовно-житейское рассуждение. Кончили даже, понимаешь, прямо аскетикой искушением. Да, ну вот. Тут надо уточнить, если уж из того примера, который привел, я бы не ставил ни в коем случае клеймо на этого парня, о том, что вот он такой розетки. Это который около Муму стоит? Да. С одной стороны, это беда человека. А с другой стороны, действительно, есть наша вина. Почему? Почему мы не читаем? Почему? Вот мы приводили примеры. Информации много, а она нам, она не востребована. Почему? Она не нужна. Она не интересна. Почему не интересна? Следующий вопрос. Это важный вопрос. Важнейший. То есть, где вот прийти к началу, где эти цепочка за цепочкой идет? Почему молчит душа-то? Да, почему, интересно другое. Почему молчит душа? Потому что нет у нее вкуса. Не горит в ней вот этот вот огонек поиска. Поиска себя, поиска смысла жизни. Потому что душа удовлетворилась теми штампами, теми клише, которые дает нам. Ну вот звонившая нам только что женщина нашла, видите, как долго она мучилась. И начала-то она не вот именно, с доброго брака-то. И 10 лет потом еще по пустыне ходила, говоря языком книжным, церковным. Вот почему а вот, она вот, да, вот, горел... почему она да, а парень все стоит между храмом и Муму.
тогда? У него нет, он не между ними стоит, нету. Он храма не замечает. Вообще вот, даже не вот замечает. В чем трагедия-то. А вот почему, из тех же вопросов, почему? А почему два разбойника были распяты? Один, мы считаем его благоразумный, и первый услыхал, а второй пошел туда, куда и надлежало ему идти за преступление. Еще вопрос, отец Александр, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Всех с праздником Рождества. Спасибо, Господи. Да. Знаете, издалека, может быть, начать. Вообще определение счастья дать еще никто не дал. Ну, немножко дайте, и, да. И Конфуция говорила, что счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, а огромное счастье – когда любишь ты. Вот дело в том, что чтобы в семье было все хорошо, ведь любовь – это прежде всего жертвенность. Вот если каждый член семьи готов ради другого принести себя в жертву, попуститься своими интересами, вот тогда в семье будет лад, и если люди будут это знать, они будут счастливы, и они избегут многих, по-моему, проблем. Вот жертвенность. Вопрос жертвенности, по-моему, это самое главное. Да, спасибо, но это духовно-этический уровень, а не душевный, правильно совершенно. Да, это очень важно, но вот по поводу о том, что счастье не удалось дать определение такого, вот я здесь не соглашусь, хотя подразумеваю, что многие, ну, рискую быть закидан камнями за такое самоуверенность. А я скажу, оно очень простое, вы его все знаете. Счастье тогда, когда человек, а если речь идет о семье, когда семья живет с Господом Богом. Все. Все остальное, о котором мы говорим, и взаимопонимание, и жертвенность, и взаимоподдержка, и еще много-много-много, и этических, да, и морально-этических таких определений, оно все вторично. Но в то же время невозможно жить с Богом, как малая церковь. Это, с одной стороны, и начало, с другой стороны, это и цель. Вот это вот замкнутый круг. Где, как в него попасть? А вот это зависит уже от самого человека. Почему один стремится и попадает, другой стремится на словах, но не попадает, потому что ничего не делает, а не делает, потому что, с одной стороны, говорит, я не знаю, скажите мне, а когда слышит какие-то советы, ими просто не пользуется. Ну, то есть такая своеобразная игра. А третий вообще не желает туда попадать, ему это неинтересно. Вот это уж, как это не печально признать, ответа вот на этот вопрос мы вряд ли найдем. Это суды Божьи. И искать должен. В то же время ответ есть, но искать должен человек в своей душе. И вот если он начнет искать, он найдет. А если у него не возникнет вопрос, опять же, это наша воля, то не нужно будет ему ни наши разговоры, ни советы, ни все-все остальное. Но только батюшка, наверное, все-таки искать-то он должен, но когда он приходит в церковь, наверное, более всего питаться-то душа должна, конечно же, благодати Духа Святого в таинствах дающихся. Иначе, это инструменты. Да, церковь дает все необходимое, и знание, и опыт, и таинство прежде всего. То есть Господь Бог через церковь дает. Но будет это востребовано или нет, будет ли человек относиться к этому, ну, кто-то формально, ну, положено так вот прийти на исповедь, потому что к причастию не допустят, а к причастию надо подходить. Потому что пост у нас на дворе. Или потому что не будешь причащаться, вдруг там Господь Бог там обидится, да еще так накажет, что долго сожалеть будешь. Это вопрос к самому человеку. Нельзя насильно быть приведенным к Богу. Спасибо. Но пока на слове отец Александр. У нас сегодня Мартыненко, основной наш соведущий в передаче «Любовь и верность». С ним я беседую, ваш покорный слуга Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа» и сайта тоже. Говорим мы сегодня в праздничные дни, в святки, то есть в святые дни, об очень простой, на очень простую, вернее, тему. Почему на дворе святые дни? Почему мы воспоминаем, да и переживаем сегодня, как учит нас церковь, воплощение Господа нашего Иисуса Христа
нас, собственно, ради нашего спасения, а мы с вами вовсе и не святы. И приходим к выводу, что это и есть, вот уже третью передачу в разных аспектах, и основная причина наших семейных нестроений. Но я вам напоминаю, хотя и звонки есть, и письменные вопросы лежат, сейчас попрошу ответить, наверное, уже остается 15 минут. Отца Александра, наш телефон все равно по обязанности. Вот, это 8495-959-5939. Это телефон в прямой эфир радиостанции «Радонеж». Ну вот, только напомнил, и звонок нам поступил. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер. Вас беспокоит Светлана из Москвы. Я по поводу христианской жизни и счастья нашего в этой жизни. Дело в том, что христианин не преследует счастье в этой жизни. Они обязательно будут и невзгоды, и какие-то искушения, испытания. Не в этом дело. Дело в том, чтобы пребывать с Богом. Потому что, как говорит Игнатий Брянчанинов, у христианина и болезни не в болезнь, и труд не в труд. Все оно приобретает другого качества становится, другого знака. Это я испытала по своей многотрудной жизни. У меня было много очень испытаний, и если бы не даже минимальная вера в Бога, я не знаю, перенесла бы я все это. Спасибо, Господи, простите. Спасибо, с праздником. А вот там тут же, видите, Олег по интернету и написал, а правда, что счастье не постоянно, а вот блаженство, то есть счастье на христианский лад, Бог дает православным супругам в их акте жертвенной, батюшка, любви друг к другу. И постоянно возрастая духовно в этих благодатных дарах Святого Духа, они смогут пребывать вечно. Смотрите, Олег, какой у нас... Да, само слово «счастье», но давайте вспомним этимологию. Да. То есть быть частью, разделить часть с кем, с чем? С Господом Богом. Ну вот, Поэтому он насчет достижимого счастья на земле, вы знаете, достижимо. Если человек познал, так сказать, истинную цель, смысл жизни обрел, а смысл жизни, как это для многих кажется, ну, это слишком громко сказано, но он один универсален. Восстановить то, что потеряно. Общение с Господом Богом. Он достигнет счастья на земле. Хотя это абсолютно не исключает массу всевозможных сложностей, скорбей. Мало того, чем искреннее, чем горячее вот этот огонек, чем это горит в душе человека, богоискательство, тем больше, наверное, ему придется вынести. Потому что Господь создаст ему условия для того, чтобы очиститься от этой вот греховности, ну, как можно больше, дать ему возможность. Конечно, по силам. Поэтому да. Счастье, если оно достигнуто на земле, то есть человек пошел к Богу, то тем более он достигнет уже настоящего счастья там. Здесь это то есть прелюдия. Правильно пишет Олег нам, сейчас написал, простил, вернее, он как бы заключил, как учит церковь. Счастье – это не удовлетворение каких-то материальных естественных запросов. Это блаженство. Это то, что называется блаженством на нашем языке. Правильно? Блаженство, да. Это блаженство на самом деле. А блаженство есть жизнь со Христом. Тогда уж так. Да. Ну и вспоминаем заповеди блаженства, это будет расшифровка того, а что же это такое жить со Христом. И что предстоит человеку пройти для того, чтобы прикоснуться малой церкви, к этому блаженству. Мы, собственно, и говорим, эти праздничные семья дни, это прекрасный инструмент, потому что здесь мы получаем полный набор всего, что только можно. Скорбей, сложностей и радостей тоже. А одно без другого не существует. Действительно радостей, не просто так, душевных. Но и душевных тоже. Но и прежде всего путь к тому, чтобы когда-нибудь там стяжать действительно радости духовные, о которых мы сейчас только говорим, но что такое, ну, имеем весьма-весьма смутное представление. Батюшка, отец Александр, а вот смотрите, какой вопрос нам поступил негласный, письменный. Вот Анна спрашивает. Вот мы говорим о счастье, блаженстве и о людях, которые на первый взгляд... Ну, насколько могут, молодые люди в данном случае следуют благочестию. Вот почему так бывает, она пишет. И бывает и так, кстати.
на самом деле. Светлая, чистая девочка, умный, воспитанный мальчик. Священник, ну, значит, они церковные в какой-то степени, по крайней мере, для нашего века-то уж да. Священник обоих знает, ну, церковный, да, я просто читаю сам, вот, знает, благословляет, а семейная жизнь не складывается. Вот как вы считаете? Ведь действительно такое, наверное, бывает, да? В вашем приходе, в вашей практике. Ну, понимаете, тут одна такая большая, даже условностью нельзя назвать, мы совершаем ошибку, когда начинаем судить человека. Осудить – это не только осуждать. Это осудить – это значит определять его внутреннее духовное состояние. Если оно приписано какие-то негативные качества, это мы обычно называем осуждать. Но вот мы не можем видеть душу человека. Мало того, мы свою собственную душу не знаем. Поэтому, когда говорим о каком-то благочестии, мы это судим по внешнему поведению. Это действительно так. А вот какие внутренние побудительные причины, что движет этим благочестием, мы не знаем. И не исключено, что мы сталкиваемся с ситуацией, когда это благочестие только внешнее. А вот когда приходят скорби, то здесь начинается, раскрывается человек полностью. Вспоминаем притчу о сеятеле, который там в разных местах сеял. Угу. Помните, когда зерна давали, и попав и на хорошую почву, и на каменистую, и вообще на бесплодную. Вот такова наша душа. Поэтому за внешним таким благочестием, когда человек предоставлен сам себе, от него не требуется отдавать себя другому, жертвовать собой ради другого. Причем не разово, как это бывает, ну, друг там попал в тяжелую ситуацию, мы там что-то помогли, пожертвовав своим, ну, чем-то. А когда это надо делать ежедневно, ежеминутно, в течение долгих-долгих лет, мы говорим о семейной жизни. Вот здесь вот возникает много-много вопросов. А готов ли человек? Сможет ли он преодолеть себя? Может ли он в себе победить? Вот это вот и эгоизм, и самомнение, и еще много-много проявлений страстей, которые сводятся все к одному. Мы говорим о любви, говорим о жертвенности, говорим о крестоношении, но это остается всего лишь нашими благими намерениями, которые мы не исполняем. А вот пишут нам совершенно справедливо, мы сегодня говорим, и звонила нам Анна, по-моему, об энергии греха, которая питает, так сказать, темные силы. И о наших страстях мы все время упоминаем. А ведь действительно, вот, правильно совершенно заключить, как мне кажется, заключение, что мы иногда обращаем внимание в семейной жизни, ну, как и вообще в жизни, на страсти выпуклые. Вот мы мало, но говорили о пьянстве, скажем, ну, видно, да, или кто кого бьет в семье. Чаще мужчина может вести себя так. Ну, бывает такие очень грубые, да. Очень... Ну, вот пишут, а страсти бывают не только пьянство и битие-то, а алчность одного из супругов, например. А чревоугодие, вот странно, я подумал, пока вы говорили, сейчас о чревоугодии может разрушить как-то отношения в семье? А, ну, злопамятство, кстати, об этом мы говорили. Властолюбие, не только начальникам на работе, а ведь это переносится. И этот ряд можно продолжить? Мы сколько читаем о страстях, скажем, ну, в святоотеческих различных наставлениях, отечниках? Как вот, например, чревоугодие может разрушить или разрушать семью? Понимаете, любая страсть... Нельзя относить к страсти только вот такие вот из ряда вон выходящие, хоть и часто встречающие, ну, грубые проявления, которые упоминали, там, пьянство и... Пьянство, там, скандал. Есть страсти более тонкие, утонченное самолюбие, которое и имеет, например, форму заботы о своей семье, но не потому, что я отдаю себя, а потому что у меня должно быть все. Чем я могу блеснуть перед окружающим меня миром в своем кругу. Если жена, она должна быть самая-самая. Если дети, они должны быть и талантливые, поэтому я, ну, делаю все, определяю их в лучшую школу, там, даю прекрасное образование, на всякие кружки и секции записываю. Вот. Но не ради детей, а для того, чтобы у меня было не хуже, чем других. Опять же, это то самое, говорим о внутреннем двигателе человека, ее души. Что им движет? Движет действительно любовь к Богу, а для этого надо отвергнуть себя. А это не делается разово, это не наскок кавалерийский, раз и вынул
условно говоря, шашку и срубил голову свое самолюбие. Это не получается. Это длительный, опять же, труд. Труд, который до самого последнего вздоха человек должен творить. Есть к этому решимость, есть мужество. Значит, одна ситуация. Если нет, то, увы, это печальное. Батюшка, вот мы только что про страсти, и вот Ольга нам пишет, может, она чуть не так понимает, она говорит, я натура не страстная, у меня к мужу любовь скорее просто как к родственнику, чем как к мужчине. Ну, не страстный я человек. И как мне, видно, есть проблемы тут дальше, ну, не то что замаскированные, а так стилистически скрашенные, и как мне сохранить семью? Видите, там конфликт, что ли, уже? У меня к мужу любовь скорее просто как к родственнику. Разве это плохо на определенном этапе, чем как к мужчине? Ну, не знаю, из этого вопроса так и пытаться прочесть между строк, что имелось в виду, да, что... Да, ну, есть, наверное. Потому что в конце, как мне сохранить семью? Понимаете, самая первая страсть, очень серьезная, когда человек считает, что у него страстей нет, либо они там не находятся в строгом, подчиненном его воле состоянии. Это вот самая большая страсть. Говорит о том, что все остальное присутствует. Вот, когда человек избавится от этого, тогда он увидит в себе вот это змеиное гнездо и начнет его очищать, изгонять. Тогда все наладится. Да, батюшка, вот еще вопрос нам поступил гласный теперь же, хотя уже давайте... Да, последняя минута, да. Мы слушаем вас. Ну, не последняя, но последние. Да, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый батюшка Александр и ведущий наш любимый. Да. Уже времени не хватит для моего вопроса. Говорите. Я просто в следующей передаче постараюсь позвонить. Я хочу от всей души поблагодарить за сегодняшнюю передачу. Очень она была интересной, были очень хорошие вопросы, очень хорошо говорили наши слушатели, молодцы. И вам всем доброго-доброго здоровья, милости Божией, с нетерпением ждем ваших передач. Спасибо, спрашивайте. Всего вам самого доброго. Спасибо, спасибо. Вам звоните обязательно и спросите. А то получилось так, что вы, пожелали всем... Ну, все-таки да, что же, мы как-то так сегодня не за здравие в эти святые дни пожелали настоящего счастья и нам, и нашим слушателям, и тем, кто звонил, и тем, кто слушал, вот, и действительно, мы тоже с отцом Александром, надо полагать, желаем всем счастливой, поистине счастливой жизни, вот, для того, собственно, Господь и воплотился 2000 лет календарных тому назад, чтобы... создать свою церковь, а мы стали ее членами. И ближе к нашей теме создавали свою малую церковь. И были бы счастливы, хотя это очень и очень непросто, как мы понимаем. Мы все время, видите, ходили-то не то что вокруг да около, но просто еще раз хочется сказать, что мы должны быть все-таки наполнены, как православные христиане, покаянным духом, говоря языком светским, критическим, а не все время радоваться тут нашим каким-то успехам. Но хотя не духом, видите, уныния при этом. Но не духом уныния, видите, какой у нас слушатель из Долгопрудного, где по 5-6 детей, и все радуются и веселятся. Но, к сожалению, дни. Такие звонки бывают очень редко. Вот редко. Это тоже надо вынуждены... констатировать. Ну, а самое главное в эти святочные праздничные дни, дай Бог, чтобы и Христос родился в вашей душе не просто как некий праздник, а действительно, как вот этот огонек, который будет вас вести по жизни. Это начало и гарантия счастья везде. И в семье, и на работе. А уж что с человеком может служиться в жизни, это Бог весть. Все что угодно, но все это не будет иметь большого значения. Не отравит, не испортит, не лишит ваше действительно истинного счастья. И это рождение, однажды случившееся в вашей жизни, приносило вам и вашим ближним многие лета действительно подлинное счастье, которое, как выяснили мы вместе с вами и с отцом Александром Мартыненко, который был в нашей студии и сегодня беседовал со мной, с Валентином Лебедевым, и есть... На самом деле, блаженство или подлинное счастье, вот пусть оно всегда живет в ваших сердцах. Именно с того момента, как вы, мы все приобщились к христианской жизни. Христос рождается, дорогие радиослушатели. Спасибо, отец Александр.
До новых мир встреч. Мир вам. Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.